Всем привет-привет, с вами Артери, и сегодня я хочу вам показать, за что бояться КВ2, показать сначала маленькие нарезки, за что внушает этот танчик маленький страх, его дуло огроменное, если она пробивает, и покажу самый обычный бой для КВ2. Ну что, поехали к нарезкам. Надеюсь, вам понравились данные нарезки, которые я предложил вам под музыку. И это будет маленький стимул, чтобы вы захотели выкачать этот танчик. Имба-танк просто. Ну да ладно. Как я обещал, покажу самые из обычных боев на КВ2. Как видим, я попал немного восьмерок, немного семерок, немного шестерок. Все вполне нормально. Сейчас мы посмотрим на разъезд команды. Смотрим, да? У всех сработало стадное чувство. Все поехали либо вниз, либо налево. На этой стороне бульдог, я Т-34, и в конце подъедет сухарь. Ну да ладно, с начала боя я получаю маленькую плюшку, так как танк не имеет слишком большой скорости, и естественно на этом переезде, если кто-то подсвечивает, он получает в бочину, но ничего страшного. Если вы хотите реально пофаниться вот на этом танке, то из оборудования я вам советую досылатель, привод наводки и вентиль, чтобы сбалансировать неплохо на сведение, чтобы было поменьше перезарядку у вас. Кстати, хоть и у танка большая сводка, но довольно-таки он очень меткий и попадает зачастую туда, куда именно вы показываете. Прошло уже почти 2 минуты боя. Сейчас будет скоро первый фраг, правда не мой, ну да ладно. Хотел я убить этого фьюри, который дал мне на проезде, но к сожалению я не успел это сделать. Стою здесь с такой целью, чтобы снять тех, которых подсветят вот здесь вот. Обычно зачастую там бывают либо ТТ, либо сверху светит ЛТ или СТ. Поэтому я в надежде стоял там, и откуда ни возьмись, там появился КВ2, и тут срабатывает лампочка. Ну, так как я понимаю, что наверху нету кроме КВ2, я просто его забираю. Правда, не такой большой ваншот, но тоже неплохо. Ухожу на КДшечку. Сначала боя меня приглашали во взвод, но я не пошел, потому что я, во-первых, не знаю какой-то человек, и не особо хотелось с кем-то играть. И так как я уже понимаю, что вот здесь вот уже никого нету, может максимум в этом углу, либо сидят здесь. Хотя кроме стилс рядом, я залезаю наверх, чтобы видеть больше обзор карты. Как вижу, что по Т-34 не дают никакого, ни малейшего отстрела. Также бульдог никого не видит, и я иду немного ближе. Тут я хотел попытаться кромбеля, но вижу, что я уже не успеваю. Ну и так, на удачу кидаю на ход, и снаряд ушел слишком далеко. Точнее, очень даже высоко. Но я особо не растерялся. Жду следующую перезарядку. Вижу еще КВ2. А для КВ2 попасть в КВ2, если неплохо попадешь, то это в основном зачастую бывают ваншоты. Только если ты попадаешь в корпус, неудачно бывают, ну, какие-то непробития. 300-400, бывает обидно. Но в моем случае мне, к сожалению, точнее к радости, очень даже повезло. Я кидаю снаряд, попадаю ему прям в крышу башни. И также, блин, кстати, плохо, что не вышел ваншот. Ну да ладно, и столько альфа, неплохо. И этот, кстати, бой играл я первый. С этого боя у меня начался день. Вы сами поймете, почему боятся этот танк в самом конце, когда не буду даже открывать эту тайну, вы просто все сами увидите.
Начинаю выслеживать CDC. Ну, CDC прячется уже под камень. Переключаю я свой обзор, смотрю на мини-карту сначала. Тут еще, кстати, попытался, и обзор переключился я на седьмого. Вот как я и говорю, видите, от седьмого почти не видно, он там за камнями. Целюсь я в него и попадаю, хоть и улетает снаряд немного левее. Ну ничего обидно, тут с типом 59, конечно, вообще целая история, что-то никак не мог в него попасть, он какой-то заколдованный. Как видите, вкачал я этому танку, кстати, маскировку, перк, почти всем, кроме командира. И это очень ему довольно помогает во многих зачастую боях. И довольно-таки не светит, только после выстрела. Тут танка, к сожалению, уходит немножко правее. Я даже немножко расстроился, потому что сейчас бы я попал бы в него, он бы уже сидел в ангаре, его 3-4 как-никак бы добрал. Но не страшно, вроде как бой идет все нормально, счет 6-4. Раки, которые стадное чувство сработали, то есть это вот здесь вот все там начали сливаться. Все вроде как и должно быть. Ну да ладно. Тут, кстати, ничего прям сверхъестественного особо не происходило пока что, и поэтому давайте-ка так слезем, посмотрим на тех дурачков, которые там сливали, как они умудрились там слить. Здесь пока у меня никаких выстрелов особых не было, я передвигался на карте, поэтому мне даже самому стало интересно, как они там всем получается слили, даже немножко обидно стало. Уже счет 6-8, хотя недавно был 6-4, 6-9, от типа 59 я там попадаю в засвет. А, здесь некачественно работает мод, поэтому я их не вижу. Да ладно, значит не будем на это смотреть. Не знаю, так, а почему-то исчезает, когда используешь эту камеру. Ну и по итогу данного боя все-таки я решил немного отдержать дистанцию, потому что 34 тут как-никак играет от башни, арты нету. Стараюсь всегда держаться от рельефа. Тут, кстати, я не светился, тут они как-то на удачу кинули, запомнили, где стояли. Стоял точнее, и тут вовремя я решил сдать на вперед. Как видите, уже 6-10, уже вроде как бы ничего не делаешь, однозначно поражение, как думаешь. Все же, как-никак, КВ-2 внушает какой-то все же страх. И поэтому команда, видите, что сами сделали в конце. Тут я хотел добрать 59-го. Но он как чуял и сразу шел назад. Я тут, конечно, 34-му потом начал писать, типа он уходил назад, потому что толку он держит одного 59-го, и все, там больше толком никого нету. И, кстати, он здесь как-то еще и сольется, хотя он почти фульный. Но я просто бросаю его, потому что толку мне терять время на одном типе. 59-м мне проще переключить 49-го на CDC, потому что явно кто-то попытается занять вот этот балкон, и как-то мне надо это все раздамажить дело. Тут я выезжаю потихонечку, ничего не торопясь, так как у меня вкачана маскировка, веду себя довольно-таки нагло, хотя если бы не вкачана было, меня вполне вероятно, что засветили. Тут, опа, больше 500 ушло в CDC. Я даже обрадовался. Потом смотрю, СУ-100, хорошо, что сюда переехало, я даже тоже этому порадовался. СУ-100 М1, то, что зажалось в камнях, это, конечно, очень печально вышло для него. Ну и да, кстати, видите, вожу я вполне стандартный набор. Потому что, не знаю, некоторые возят там допаёк какой-то, но я как-то люблю на нем пофармить, и поэтому, как для меня, это танк чисто фановый, и я не хочу ходить там в большие минуса. Вот опять все же я решил, может вдруг повезет, заберу этого типа 59-го. Ну тип 59-й что-то не хочет, чтобы я его забрал. Тут я в чате, естественно, начинаю писать, чтобы 3-4 ушел назад, потому что он отвлекается чисто на одного игрока, когда у нас база. И вы потом увидите, какую он тупую глупость сделает. Он просто, когда типа 59-го заберут, он уедет. Я попадаю, кидаю чудным свет, потому что тип 59-й здесь приезжает, сразу ухожу под маленький рельеф. Понимаю, что спереди никого нету, так как 3-4 никого не высвечивал. Смотрите, что делает этот рак. Что по-другому его никак не назовешь. Убивает 59-го. Нормальный бы человек поехал бы на сбитие базы, потому что скоро ее начнут явно брать. И этот дурак просто идет и упарывается. Просто упарывается. Ему все равно на всех. Просто смотрите, что происходит.
Этот членистоногий попадает, естественно, в свет, он из него даже не выходит, попадает под обстрел двух ПТ-шек. Как видим, что он тут пытается сделать, вообще непонятно. Тут что-то пытался, наверное, от рельефа играть. Но не особо у него это хорошо получается. В скором времени также отправится в ангар. Тут мод почему-то, не знаю, не показывает противников. Какой-то некачественный мод. Он уже ваншотный остался. И все. Ушел в ангар. Если бы он поехал бы, кстати, к нам на сбитие захвата, может быть, еще 100% была бы победа. Потому что КВ-2 настолько меня тут боялись, что бы просто не хотел никто на меня выезжать. Тут подсвелся, чтобы 100% я его пропустил вперед. Забираю в ангар третий фраг. Ухожу на КД, встаю сразу под рельеф, потому что могут и слева, и справа вылезти. Как видите, вот этот рельеф мне позволяет с двух сторон, ну, какой-то дать стимул, чтобы они пока заберутся, все дела, я еще успею от КДшиться. Сначала дал вперед, чтобы уйти быстрее от КДшиться, и опа-на, и он выходит, появляется свой борт и показывает. Тут я прям в краешек гуслей попадаю. Ну, тут видите, уже команда их там, пантеры просто, ну, мне пишут в чатик, что я, конечно, молодец, как получается. Тащу, кстати, самое интересное, что остались две шестерки, у них осталось восьмерки и три семерки. Тут мне предлагают взвод, но я не захотел, потому что играю как бы один, чисто пофаниться, а с кем-то это делить дамаг, делить фраги, это я не особо люблю. Тут я понял, что слева никого нету, откуда они появятся, это только с этой стороны, либо переедут по балкону и пойдут на базу. Поэтому я решил сначала подсветить себе здесь. Да, для света он не особо хороший, но если вдруг какая-нибудь ПТ-шка тупанет, все-таки я ее высвечу. Тут, естественно, я никого не высвечу и сам попадаю в свет, откатываю назад. К сожалению, бой у нас превратился в ничью, потому что сейчас я еще заберу один фраг, и все бы до такой степени будут напуганы, что КВ-2, они, видимо, остались все ваншотные и не захотели тупо отдаваться мне. Потому что если бы они отдавались бы, они бы явно все проиграли. У них не ваншота было тот от 7, но от 7 тупанул, его там просто жали в чате, какой он урод и все такое. Ну, это его данные проблемы. Я жду здесь какого-нибудь наплыва противников. И тут попадается АМХ-ик. Я подсвелся и забираю его также в ангар. К сожалению, бой вышел в ничью. Сейчас мы пойдем смотреть результаты боя. И я скажу одно, что мы целые 3 минуты просто здесь вот стояли. Никто так не захотел на нас влазить. Все просто сели на очко. И все, пошли смотреть результаты боя. Ну и как мы видим, по итогам данного боя у меня вышла ничья. Дали, к сожалению, всего лишь вторую степень. 25 тысяч. 1486 опыта. Кстати, костолом довольно-таки часто получаешь на этом танке. Набил, как мы видим, больше всех. Вообще больше всех. Команда у нас вообще отличная. Видите, стадное чувство сработало. Никто толком не набил. Две шестерки я и СУ-100, которые здесь и держались. Ушел, как видите, небольшой плюсик. Попадание 10,7. Естественно, фугас и пробитие. Если вам понравилось данное видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Покупайте КВ-2. Катайте. Всем спасибо за просмотр, всем пока!